Привет, мои хорошие, наши друзья и гости нашего канала. Дима нас кушает, да, малыш? А я вот тут вот хлебушек буду делать. Вернее, взвешиваю. Вот я взвесила дрожжи. Вот тарелку взвесила. Вот, ноль показывает. Сейчас я буду муку. Нашла на своих весах такую кнопочку тара. Ну, наверное, увидели. Вот она. Тара. Раньше не знала и взвешивала. Там вообще что-то не отсчитывая на калькуляторе. Потом узнала про нее. Вот, сейчас будем взвешивать. Мне держать камеру некому. Наверное, сейчас буду сама попробовать. Опа! О, целых 20 грамм в моей ложке. Ну ладно, сейчас я все взвешу и потом покажу. Так, муку я положила. Достала другую, оказалось там не та. Использую я алексеевскую, вот голубенькая. Алексеевская мука. Вот, а там та была, вот эта, она тоже алексеевская мука, но она на хлебе плохо смотрится. Невкусный, короче, хлеб из нее. А вот эта вот она вкусная. Уже другая алексеевская. Хорошая. Вот, все взвесила, дрожжи уже залила. И сейчас будем готовить хлебушек. У Димы на обед гречневая каша. Да, Димочка? А у мамы кефир с творогом. На завтрак я не ем ничего. Решила так. На обед у меня вот кефир. Либо если есть творог. А на ужин полноценный ужин, да, Дима? Да, и тут у нас хлебушек делается. Уже подходит. 9 минут осталось. Короче, решила сделать яишенку себе. И захотелось мне черную гренку из черного хлеба. Лежит у меня черный хлеб. Женька его есть не стал. Вот. Хлеб, кстати, пахнет квасом. Прям вот, не знаю, что-то давно ржаной хлеб уже не нюхала. Он прям квасом ароматно так пахнет. Короче, тут у меня сейчас будет. Так, а где у меня? Тут у меня яички. Так. Тут я что-то не вижу здесь, наверное. Яички я обычно сразу подготавливаю. Мне кажется, он толстоватый. Опа. О! Все поджаривается. Раньше часто очень гренки делала. Но они очень получаются такие жирные, такие прямо. Ну, жирные, короче, невкусные, но жирноватые из-за масла. И потом мы с Женькой решили купить тостер. Вот. Тостеры, они очень хорошенькие. Ну, конечно, такие тоже иногда хочется покушать. Сейчас посмотрим. Давно не делала яичницу уже. Женьке не доверяю. Иногда сделают ее так, что... Там, я люблю, когда желтки остаются целиком. А он иногда сделает так, что они там... Ну, сырые я люблю, когда... Они как будто как сваренные. Короче, так вот. Надо, наверное, еще масло подбросить. Иди. Ну-ка. А, поджарится уже. Так-ка. Ладно, буду дальше готовить. Так, вот так это все выглядит. Дожаривается. Греночка такая уже поджаристая. Люблю такую вот уже прям сильно поджаристая. А когда выливала яичко, я вдруг тут вспомнила, что к
когда яичницу, я помню, когда Женька жарит яичницу, у него все вокруг, особенно вот тут вот на стенах в яичнице. И я вдруг сейчас вспомнила, блин, да у меня ведь крышки нету. А мне жалко мой кухонный гарнитур. Вот, не знаю, надеюсь. Ну, кстати, здесь я, кстати, эту стенку еще не мыла, еще пока не успела, но вон там, вон, вот тут я вижу ляпы. Я уже много раз пыталась отмывала, боялась стереть, что вот эта вот панель сотрется, мне казалось. Мама говорит, ничего страшного, можно потереть губкой, вот именно губка с другой стороны. Вот, но я уже терла внизу, вот эту панель вот мыла, перемывала. Вот, надо, короче, заняться кухонным гарнитуром, а то я уже что-то, знаете, стою тут и смотрю, у меня вот тут ляпы какие-то появились. Вот здесь вот тоже я смотрю, у меня там ляпы. Вот, то есть такая уже... Дима там внизу-то вот здесь вот помыл кухонный гарнитур у меня, а мне вот вверху осталось. Еще мы как раз это вчера, что нет, не вчера, а позавчера, или вчера, рыбу ели. И Женька все пытался грязными руками открыть шкаф, залезть. Ну, в итоге он мне, по-моему... А, вот он. Здесь у меня тортик лежит. Сольку мне испачкал грязными руками, ее взял. Короче, надо теперь соль эту высыпать, ее замачивать и заново все мыть. И в итоге так получилось, что мне пришлось... Он ест, сидит, а мне приходилось вставать и все ему открывать, все ему подавать, потому что он то шкаф хотел там залезть, то еще что-то. Да, у меня там вон, посуда не мытая, надо посуду помыть. Некогда. Все, пытаюсь присесть, пока ребенок спит, думаю, сейчас, быстренько я присяду, отдохну, полежу, может быть. И все, никак. А сейчас, думаю, надо яичницу сделать. Хлеб пропадает черный, сухари, не знаю. Сухари, наверное, отправлю делать из него. Из него, вернее, сделаю. Короче, сейчас буду есть яичнику. Вот так вот. Так шипело это все, мне так страшно стало прям вообще. Так, ну все, у меня лежит уже в тарелочке. О, такой он хрустящий тут. Прям уже жду с нетерпением. Сейчас буду его кушать. Не могу. Хочу. Мою яичнику. Давно не ела яичницу, если честно. Такая она прямо вкусненькая. У нас солнышко сегодня заглянуло к нам. На холодильнике. Солнышко на холодильнике. Солнышко сегодня заглянуло к нам. Да? Солнышко, куда ты смотришь? Ты солнышко трогаешь, да, Дима? Уходит уже. Уходит, за тучку уходит. Солнышко, о, какое солнышко, да? Спряталось. Прячется солнце. Все, за тучку уходит. Становится меньше и меньше. Сейчас пропадет. Дима, не ковыряй там. Все, смотри, пропадает. Пропадает на холодильнике. И там все. Ушло солнышко. Ушло. А я тут уже съела вот. Вот наш хлебушек. Да? Все, мама. Да. Нет, солнышко. Посмотрите, у меня есть баночка. Такая. Сейчас я в нее буду переливать. И есть такой вот крем. Спасатель. К сожалению, у них вот ломается она. Бывает, ломается вот так, а бывает, вот эта вот штучка ломается, но крышечка остается. А тут он у меня вообще остался без крышки. И, естественно, стал он там уже жидким.
Сейчас мы его с вами будем переливать. Ну нет, так вообще нормально. Так, давайте по-другому. Так уже встанем. Вот, почти. Сейчас я его доложу потом. Ну, смотрите, вообще получилось так неплохо. Я думала, вообще будет меньше. Тут баночка 50 миллилитров, а тюбик 30. Я думала, вообще там на донышке будет. Тут где-то вот половина. Вот еще отсюда у меня будет удобно брать. Макнул и взял. И все. Вот так вот крышечка есть. Стеклянная, кстати, баночка. А нет, она уже полная. Вот так мы с вами перелили.